Нынешние власти Армении отличают проблему урегулирования армяно-азербайджанских отношений от проблемы Нагорного Карабаха. И этот подход был сформирован в Баку. Поэтому получается, что он уже принят официальным Ереваном, считает политолог Грант Мелик Шахназарян. Посмотрите официальный отчет о встрече Мишель Пашинян-Алиев, состоявшейся в Брюсселе. И вы в этом убедитесь. Думаю, излишне напоминать, что такой подход сформировался в Баку. Это официальная позиция Азербайджана, которая уже принята официальным Ереваном. А это – не что иное, как подчинение интересов Карабаха и армянского народа повестки дня, разработанной Азербайджаном. Армянское государство никогда не было таким антиармянским, как сегодня. И это государство начинает переговоры о заключении мирного договора с Азербайджаном. Это очередное требование Баку. Я уверен, то, что произойдет в результате этого, уже понятно. Вместо мира наш народ получит новые удары и новые потери. Вот куда идет этот поезд, отметил политолог Грант Мелик Шахназарян. Подпишитесь на канал, ставьте лайки и комментируйте. Спасибо.